На третий день поисков в Телецком озере обнаружили обломки вертолета. Напомню, «Робинсон» с 5 людьми разбился в воскресенье. С воздуха сотрудники МЧС увидели у берега элементы кресла и крепления, а также красные чехлы, предположительно от винтов и двигателя. Причем разглядели их случайно. Район не был включен в план поисков. Вероятно, обломки унес от места крушения сильный ветер или течение. Подобраться сильнее по воде к находке пока невозможно. Из-за шторма на озере водолазы приостановили поиски. Работать приходится в тяжелых условиях, в ледяной воде. При сильном ветре глубина озера достигает более 300 метров. Из-за мощного подводного течения спасатели рискуют потерять глубоководный комплекс. Трос может попросту оборваться. Сейчас в поисках на Телецком озере участвуют 80 человек, в том числе сотрудники заповедника.